совсем не настолько маньяк. Все хорошо, нормально. Хорошо. Приготовились. Начали. Пусть хорошо на шуме. Но не ставь быстрее, но так спокойно. Решающая серия, он входит.
Старается. Белые ночи будут горячие, да? И что, когда они будут? Вот в третьего начинается детство. Третьего седьмого. А десятого двенадцатого начинается взрослый. Дня топлива. Дня топлива. В одиночку в мечте с Алисой у меня англичане. С Алисой? Нифига себе. Парень Стёпа. Ну, вот такой нормальный уже у ребят соревновательный опыт. Не против детей играть, а против бадминтонистов. Ну, они уже тоже нормальные. Нормально все. Сейчас вот на сборах они будут. Вообще нормально. Ну, я считал, что хочешь там. В Милян, конечно. Ну, третья, да, была, но это не взрослый шоу, это детский. Не, ну там они уже начинают, серьезно. Что, уже все, уже на оформление мастера спорта. Поехали. Сегодня у нас диагональки. Кстати, давайте. Сзади имитация, на сетке откидка в диагональ. Имитация с Маши. Имитация. Можно спереди тоже имитация. А можно имитацию бега? Можно имитацию вообще всего. Имитация бега. Имитация упражнений на стуле, да? Я вот тут можно поимитировать? Я так медленно собираюсь, что на работу, что может показаться, что я сплю. Ну, поехали. Кстати, ну идите давайте. Кооператив нам класс. Имитация.
А, что? Thank you.
кеды с бусинками. Все, я пошел. Thank you.
может очень много такое знаков. Ага. Просто продукты считают. Самое лучшее это вещи – тушение пожаров в бухгалтерии. Как говорят,
хороши. Так круто, подъем. Сложный микс. Ну, один-то игрок, я вижу, уже сложился. Так, где сам? Олег, ты зря, да? Я думаю, вместе хочу. Можно не быстренько, не то чтобы сильно будем торопиться. Давайте поиграем. Thank you.
правильно. И дальше побежали. Это другое. Это другое, с другой стороны.
имитация, имитация. Имитация, имитация. Кроссовки, Адидас, это вообще.
Thank you.
что-то другое потянуться, да? Нет, в голове это нормально все. Пока голову до ног дойдет, там, понимаешь, он посередине уже теряется. Теряется информация, где тебе. Ну, мозг далеко от ног, поэтому. Тебе просыпается внутренняя почта России, да? Ну, знаешь, что мы сегодня? Ребята. Не, на самом деле, главное, что на тренинге реально, высокий прогресс сложнее, просто за счет того, что лучший сигнал из света света, и у меня знакомый, который картинку вот такие рисовал, помнишь, типа, ну, мем. Ну, я уже 30 лет так отмазывался, ничего. У меня знакомый, который, ну, не знаю, кидал мне это все документальные штуки, типа мемы. Ну, короче, он ростом за 1.90 м. И он рассказывал, что если посмотреть в Ливерпуль, то там видно, что все игроки одного роста, только распасовывающие или кто-то там. Он ниже роста, у него реакция быстрее, он... Ну и настольные теннисы тоже. И низкие люди играют больше. Несколько городов.
думаю, что в следующем году, с сентября, грубо говоря, мы так... Да нет, у меня с ним нужно немножко по-другому. Более чтобы люди пришли и тут же могли постучать, убедиться, что это не китайское, как бы. Я просто с дома вот так бегаю.
Я там один валан. Но нам говорят, что мы что-то мы куда-то это, подпилили валан. Нет. Был один валан, я его поменял. Там был почти нормальный ребенок с 50-й. Я его заменил ленингом 60-м. Ну, цифра больше, валан круче, логично же. Вот. То есть тренировочный валан. Что? И выбирать можно. Я даже не постеснялась. Давайте одним хорошим поиграем, один раз. Олег, вот хороший. Вот его я как раз и поменял. А, да, я. Что снимаю? Ух ты! Что, партейку для разминочки с Костей сыграешь?
школе? Берите дорогу.
еще партийчик. С Олегом одиночек. Завершающую на сегодня. Привет, привет, по площадке не ходите. Что, если клуб хотите, можете еще одну. Я говорю, против вас делаю. А, против меня? Ну, давай. Спасибо. Так стоит красиво. Дайте. Thank you.
Отвертку сломал. А? Отвертку сломал. Живо? Тяжело? Живо, живо. Тихонько, тихонько. И сразу. А хочется все и сразу. Хочется все и сразу. Очень бесит эти дурацкие все, видишь.